Американский дантист Уолтер Палмер, убивший на охоте в Зимбабве льва Сесила, один из символов этой страны, во вторник вернулся на работу. В своем кабинете неподалеку от Миннеаполиса он не был 6 недель. Автомобиль доктора встречала толпа защитников животных. Ранее Палмер получал угрозы через социальные сети, однако до сих пор считает, что в его охоте не было ничего незаконного.